тебе говорили, ты этого не сможешь. Слова этих людей оцени в ломаный грош. Последний будет первым лишь по ходу кропотливой работы. Эту истину поймешь. Тебе говорили, ты этого не сможешь. Слова этих людей оцени в ломаный грош. Последний будет первым лишь по ходу кропотливой работы. Эту истину поймешь. Я пытался докричаться до небесного трона. Докричаться в прямом смысле этого слова. Душа мучительно болела, сердце разрывалось, потому что ответа не наблюдалось. Разум не успокаивался. В поиске решения мысли как искры метались. Надо мною тяготела сильная рука. Какая выгода ему в том, что я заика? Умолял об исцелении неоднократно. Назови причину, по которой утром это вернется ко мне обратно. Неужели подарки отныне платны? Неужели ты боишься, что я буду говорить опасные вещи, если будут удалены дефекты речи? В омуте молчания не стало легче. На самом деле время ничего не лечит. А над заикой потешаются, стрелами насмешек метаются. Плечи по неволе поднимаются, голосовые связки подобно судороге сжимаются. Если бы не было заикания в помине, не узнали бы про Цицерона ныне. Целеустремленность, самосовершенство — два самых эффективных средства. Фраза как успокоительные. Все в мире относительно, допустим, парализуются руки заики либо ноги. Проблема заикания тогда похожа будет на лежащего в морге. Все было начато до рождения. Проблемы нам даются для преодоления, и каждому даны силы в поиске будь. От колыбели до могилы. Тебе говорили, ты этого не сможешь. Слова этих людей оцени в ломаный грош. Последний будет первым лишь по ходу кропотливой работы. Эту истину поймешь. Тебе говорили, ты этого не сможешь. Слова этих людей оцени в ломаный грош. Последний будет первым лишь по ходу кропотливой работы. Эту истину поймешь. Тебе говорили, ты этого не сможешь. Слова этих людей оцени в ломаный грош. Последний будет первым лишь по ходу кропотливой работы. Эту истину поймешь.